По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова подарки к новому учебному году получат 150 школьников города Старобельск Луганской Народной Республики. Карачаева-Черкесия в рамках всероссийской акции «Собери ребенка в школу» партии «Единая Россия» направила школьные принадлежности юным жителям ЛНР. 150 рюкзаков школьникам города Старобельск передали сенатор Ахмат Салпагаров и депутат Думы Черкесска Султан Узденов. Это наборы первоклассника, нарядные портфели со светоотражающими элементами для учеников младших классов и рюкзаки для ребят постарше. Подарки школьники получат к 1 сентября, чтобы начать Новый год подготовленными. Напомню, что по поручению президента России Владимира Путина об оказании помощи освобожденным территориям новых субъектов Российской Федерации, наша республика подписала соглашение о сотрудничестве с Луганской Народной Республикой и регулярно оказывает поддержку региону. Акция «Собери ребенка в школу» проходит по всей стране каждый год в канун 1 сентября. Рюкзаки со всем необходимым для учебы вручают детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, а с прошлого года и детям участников СВО. С момента старта акции в этом году в Карачаево-Черкесии школьные наборы уже получили более 100 семей.